публике. Первым своим видео Эдвард собирался выложить интервью обо всем, что произошло с ним за последние месяцы, девушкой популярной, также ответы на интересующие всех вопросы. По крайней мере, такими мыслями он делился после блокировки. Своего любишь, но иди к своему старику. Ё-моё. А у тебя старика не могла паспорт? Да, снял. А без паспорта? Ё-моё.